жукля. Да я чё? Скоро дыхание, мы готовимся к прохилю. Черные хуйни выходим. Вот ДЦшники здесь играют вообще кайфово. Не остальные там три ршама, труд не расслаблять. Если что там есть, это мгновенная цепуха, если что, ее используйте. Вот дыхание, мгновенные цепухи на то. Маги там, щит маны нажимайте, не обламывайтесь. Бомжи пошли. Бомжей разлейте нормально. Постоим, блядь. Имя имен он шарит. Фаза пошла, если что, давайте готовимся. Еще процентов 5-7. Вот милики залили сразу возле милизоне эту хуйню. Вышли проклятия. Вышли проклятия. Так, Илай, давай на ХП. Ага. Ну а твой геншин после выхода с бубликов. Вторые проклятия вышли с проклятиями. Вышли, вышли. Вот. Проклятие оставили. Недалеко от бубликов встали, готовимся. Скоро погружение будет. Готовимся. Мильки, там пару сфер залейте. Возле босса рядом. Так, незыбка. Шла незыбка, короче, в пизду. Сейчас погружение. Будет. Уходим в эту хуйню на венмассакру. После этого хуйни, после взрыва выходим, геншин на ХП, геншин на ХП. Все, и себя засейви. Милики, вот эту сферу залейте, и все, и добиваем. Проклятие вынесли, с бублика вышли, чтобы вас могли хилить. Все, дальше стоим, бьем. Это, какую-то хуйню сейвитесь, вот это дыхание надо прожить. Он бинон сдох. Все, лям добивайте как-нибудь. 2 ДЦ это нехуевая идея, это очень хорошая идея. Вот если был бы 2 Т5, ну там полсекунды щит вешается, то тогда да, хуево, они бы мешали друг другу. А с КД в одну секунду они, ну они... Они очень хорошо... Выпало. Очень хорошо помогают. Подавление поля. А в этом рейде только на ДЦ шмот и падает нахуй. На остальных не падает. А, это же так... Сука, дух, вот, блядь, это почему я нахуй? Викторка 2 будешь носить, блядь. Ну можешь мне отдать второй. На трансмут. Так, омоложение, друид инвалид. Ну ГЦ, блядь. Получается, ты топ-хил теперь. Так, кушак, 105 СПД, дух, крит. Пояс, блядь. Кому-то вообще, блядь, на ДЦшника. ДЦшнику, ну, в принципе... На локо можно такой пояс? Я даже не знаю. Сейчас посмотрим, кто ролит. Вон там Вихторка, Геншин. Я думаю, хилу получше это апнет. Ну, допустим, сейчас посмотрим, какие у вас. У тебя крит меткость. У тебя что, перекап меткости? Ну, смотри, у этого, у Геншина вообще 32 пояс. Лучше ему закинуть. У вас по 64-му. Давай, наверное, ему лучше закинуть. Вы что-нибудь с чаркой уже с локовской подзаберете. Ну, типа, 105 СПД довольно универсальная чарка. Ну, у него 32, лучше его апнуть. Интересно, почему он за ОТ еще не добрался? Так, а здесь быстрое исцеление. У тебя кила есть такая хуйня? Где? Какая? Ну, быстрое исцеление с 30% вероятностью там сокращает КД, подавление боли. Это и... что?
Это грудак, дух хаст. Не, у меня грудак со СПДшкой тут. Тогда Геншин, блядь. Твой триумф. Нажми что-нибудь там, какую-нибудь хуйню. Топовый грудак, кстати, для престов. Как раз там подмутим. Штаны ему надо. Да, подмутишь штаны. Пошли последние босса и банем. Блять, ну и времени еще полтора часа примерно. Еще там вечером что-то надо попробовать собрать. Ну, нонсет штаны странный выбор. Ну, хули поделать. Если ТТГ есть. Тут такая хуйня. За полтора часа 25-ку обычку на 6. Да, за кровью. ГМХМ. Проще вам в воскресенье пойти. Воскресенье, согласен. Суббота, воскресенье, вопросов нет. В субботу я там уже поставил, блядь, день 10. Блядь, там кто-то. И то, мне кажется, в субботу только два носка, или кто там хотел выходной. Только он хотел. Так в субботу ж ничего по календарю нету. Ну я про это и говорю. Я бы поставил обычку, мне это похуй. Ну этот босс вообще простой. Просто команды, слушайте, отвернулись, метки вынесли, там две метки будут. Отбежали милики. И диспелить, значит, Геншин кива и диспелите. Им еще помогают три ретрика, все помогаете. И кивай с Геншином. Ты, короче, я не знаю, будь похуй в этом, в ДСшнике. Ты в ДСшнике же? Ага. Только вот этот самый, сейчас я... Акиса и Призен, спекнитесь в этих, как они называются, блять, в ДДшников. Там их пятерых хватит. ВДЦшника, Бидон, РДРушника и Айновен хватит. Надеюсь. Нет, должно хватить. Только вы смотрите, как Геншин скиллай. Вы один масс диспел дали и не заебывайтесь. Второй раз там не кастуете, дальше считуете рейд. Додиспелят там Бурибек, Рарник, потеряйте немножко ДПС, Зукля и додиспелите. В частности, там с меня диспелите и с себя с Мелизоны. Вот. Ну там Айновен разок может там диспелить, но в основном на хил рейда смотрите. Мелкий момент, вы по кругу ходите или сбоку стоите? Ну вот смотрите, мы... Здравствуй. Вот вы выносите к стене. Какой-то дурак сыграл. Понял. Я понял. Дайте. Короче, выносите просто этот, нахуй, как он называется, к стене, блин. Мы по краям его выносим, и все, а так в центре весь рейд стоит. Если не достаете хилы, вот я вот так встану. Типа вам будет проще достать, метки вышли. Череп крест вешается. Отвернулись. 6 человек не отвернулись, нахуй. Вы будете отворачиваться, нет? Так как сложно было, да, отвернуться? Нет, ужас, 5 секунд. Отвернулись. Отбежали. Метки. Меточки. Дримботок, отворачивайся, блядь. Да это пиздец. И друид инвалид, блядь, спиной встань и хиль, блядь. Это не пиздец. Самый простой босс. Там лагает пиздец. Ложитесь, я сдох. Давайте заново.
Вроде задержка небольшая, 150. Сразу я умереть не могу. Убей меня, босс. Ну в зеленую лужу зайдите, вон лужа. Но я к луже подбегаю, она исчезает. Они там лежат недолго, эти лужи. Секунд 40 или минуту. Просто спиной друид инвалид стоит. Дримботон тоже. Черное это погружение. Глубину ужас откастует, отвернись. Ставлю рыбу. Кто сагрил? Знает. Подальше стойте от босса. Кому может СС покидать? Килай, ты не туда прибежала. А у нас целых 3 СС есть, если их не кидали. Ну СС, блять, он на друида один. Когда 10 минут. Давайте я КД 11. Да это, блять, не тот босс, где СС надо давать. Вы чё, прикалываетесь? Ну у меня КД 15 вообще. А короче, на инвалиды кинул один. Было бы можно так кидать, типа, 3 СС, типа, раз упал, блядь, один потратил, нахуй, еще раз упал, блядь. Можно, без целуки, типа, поочередно. Типа, чтоб стаки были, не поочередно, чтоб стаки прям были, блядь. А, ну. Ебать, я придумал. Какое-то время висит, кстати, нет СС вообще. 15 минут. Ешь рыбу. Типа представь, один раз упал, второй лук поставил, мой СС, он второй раз падает. Третий СС поставил лук. Чем тебе не 3 заряда? Так, я там увеличил ЕП за этот инст. В бонсай. Все готовы, дают счет. 4, 3, 2, 1. Эти места будет мало, скажите там, блять, отведи, я отведу. Метки вышли. Отвернулись. Двое не отворачиваются. Не имею имен, бровист. А вроде отвернул. Метки. Лучше отворачивайтесь. Метки. Отвернулись. Отвернулись. Ну вот, так пойдем. Чуть-чуть отведи. Отбежали. Метки. История, блять, как дела? Отвернулись. Отвернулись. Скидывайте метки назад и вправо, в угол. Здесь пусто. Бежали. Отвернулись. Отвернусь. Thank you.
Метки. Отвернулись. Топы, это ты, да? Не-не-не, это лог. Тебе надо десятки водить. Метки. Сосе смертельный приговор. Метки. Метки и отвернулись. Новый РЛ у нас, пацаны. Не лезь, Лок, оно тебя сожрет. А, ну тебе не только сожрет. Тебя и твои нервы. Метки. У меня все вылетело. Отвернулись. А чё не говоришь миликом отбежать? Он не видит. Я это не анучу, я РДД. Он это не видит. Не, ну как бы вижу в касте, но это уже наши спасти. Опа, метки. Метки. Наебать решил. 2 секунды отвернулись. И последний раз. Я, кстати, умер, потому что мне не проносили. Топа не отвернулся. Ай-яй-яй. Ну все. Вагон. Лестники, пожалуйста, неохота бежать. Ну кто не отвернулся, тот вагон получается. А ты вообще как сдох? Я уже шрез отсюда, я не упал. Но. Да я отбежал, но там, короче, в рейндж, походу. Так и говори, как бомж, короче. Добили же? Да. Вот дайте палку, пожалуйста. Так, палка. Так, смотрим. А кто это? Химиса, да, говорит? Не-не-не, это Дрим. Так, ну Химисы, одноручка и катушка, ну, наверное, более крутой. А у Дримба только с этой синдры и одноручка. А он отрыли эту палку, давай ему ее. Да, ну ладно. Спасибочки. Так, что это выпало? Блин, на СПД там кто? Тканевые. Дальше голова на МП5. Тканевые плечи, духаст, СПД. Кому надо такая хуйня? Геншин, да? Ой, блядь. Геншин, наверное, шел нонсе собрать? Массово. А вот что-то... Белгородский нонсе. Чё, Геншин? Или имя имён тебе надо? Не, если ему нужнее, я просто на демон спек это... Геншин, ты оденешь эту хуйню, да. Или ты ещё... Он тебе плечи на нонсет? На демон спек? Ты серьёзно? Ну, там хоста, СПД, а чё? Так, ой, именно плечи то, что нонсет. Геншин, ты тут? Ну, я грудь, это, короче. Он бы грудь отдал. Он сейчас грудь нонсет. А, ну, у меня тоже, я думаю, штаны нонсетом сделать. Так, а чё мне кому давать? Короче, на эту хуйню, это сами там договоритесь. Это чё, кожа, голова, духаст и что это? 5% базового значения маны. Это у нас Эрдру, наверное, да? Куда идём? Ну, это либо Эрдру, либо Эршал. Куда идём? Давайте 25 на хотя бы на 6. Куда мы идем сейчас? Куда? Сейчас подумаем, сейчас одну шмотку. Дайте мне кровь, пожалуйста, ебучую. Ну или десятки. Значит, тебе кровь. Потом после всего сделаем. Целка что-то неохота сегодня уже, нахуй. Ты что? РС-ку? Может быть, да. ГМХМ? Что-нибудь быстро. РС-ку? Мы успеем как раз нормально. Можно ГМХМ. Так, что это? Акиса нажимает. Бидон, тебе не надо эта хуйня? Акиса. Булябай, киси закидываю, короче. Сейчас, что мне там, я, блядь, ИП хотел, сколько? Короче, 1400 где-то. 1400. Сколько, помню, по 400 за 2 босса и 600 за собаку. Да.
Надо давать ГП, кто пулит раньше. Сколько раз? 3 спулили раньше босса? Вот кто это такой?